друзья, всем привет, чао, какао, у нас офигенная новиночка и мощная, и при этом супер такая дискотечная колонка Hopstar A50 Party. Просто устройте пати for everybody, дискотеку у себя дома, супер тусовку со стереозвучанием. Вот так вот выглядит, не только сами колонки классно играют, и у них шикарная подсветка, стробоскопы светятся, да, а еще и они сами яркие, сочные и приятный такой матовый на ощупь корпус. Что здесь есть? Конечно же, здесь есть Bluetooth, то есть можно подключить колонку с телефона, отойти там куда-нибудь подальше, да, и включить музыку, и все кайфануть, кто в окружающей обстановке будет. То есть это и на тусовке, и там в кафешке, в ресторане, где угодно, да. Дальше будем по порядку, чтобы не ошибиться. Здесь поддерживается AUX, проводное соединение на задней панели. Сейчас я открою. Вот здесь вставляется AUX, то есть можете подключить через провод к компьютеру, ноутбуку, планшету, телефону, телевизору. Главное, чтобы там тоже поддерживался джек 3,5 мм. Также вставляется флешка USB. Для тех, кто не хочет, чтобы тратилась энергия телефона или просто в каких-то своих профессиональных целях. Иногда, кстати, берут как манок на охоту, тоже вставляют флешку. Вот такой интересный вариант. И то же самое, USB флешка и карта памяти microSD. То есть все вставили, и автономно колонка пользуется. Опять же, меньше тратит энергии, чем если Bluetooth. Зарядка у нас Type-C, естественно, но это мы уже привыкли, что производитель заботится о нас. И не какую-то там microSB или круглую зарядку, под которую там не найдешь потом специальных блоков питания, а просто стандартный Type-C, надежный, качественный, проверенный. Да? Дальше кнопка Reset. Если колонка вдруг ведет себя нехорошо и начала зависать, кнопки не реагируют, нажали Reset, перезагрузили, все. Ваша вечеринка продолжилась, удалась, и все будет четко, очень хорошо. Да? Дальше здесь есть, как вы видите, подсветка. Количество режимов не считал, но это просто шикарно. Она не просто выполнена по кружкам, да, как могли бы сделать. Они еще и объединили, она как бы единое целое. Просто супер смотрится и красиво, и дискотечно, и стильно, да, самое главное. Вот, то есть дизайн тоже очень важный фактор. Многие Hopstar берут из-за дизайна, хотя есть те, кому и не нравится, но это редкость. Вот так вот меняем. Третий режим, четвертый. Я пощелкаю, вы хотите, посчитайте. Я просто чувствую, запутаюсь. Вот так, и розовый, и желтый, и огненный, и всякий. И во время игры эти режимы, они еще меняются. Где-то начинают сверкать, где-то более ярко. Включаются вот здесь вот, вверху, внизу, и справа, и слева такие стробоскопы, как на очень старой модели A6 Party, да. То есть здесь это тоже внедрили, но здесь это более интересно смотрится. И здесь уже совершенно другой, очень вкусный звук, да, такой насыщенный, объемный. Вот. Дальше, что здесь есть? Можно от нее заряжать телефон. Честно скажу, я навеселее ее даже, эту функцию не проверял, да. Но так как во всех остальных, там сотни, 200 моделей этих колонок, во всех есть Powerbank, я уверен, что здесь есть. Вот кто проверил, напишите в комментарии. Или кто сомневается, приходите к нам в шоурум, вживую посмотрим, сами включите, послушайте и попробуйте зарядить телефон. Дальше, что здесь есть? Здесь есть эквалайзер, три режима, называется Bass Boost, да. Это я чуть дальше покажу, как изменяется. То есть можно звук немножко подстраивать, скажем так, под себя. То есть если басовый трек, можно добавить басы. Если там какой-то голос, да, или верха, то можно там на третий режим, и будет и громче чуть-чуть, и больше высоких частот. Вот такая вот штука. Как мы видим, здесь есть ручка удобная, то есть прям классно носить с собой. Колонка достаточно увесистая. Многие не любят вот копии JBL или такие китайские вертикальные колоночки, что они легкие, да, то есть там как-то непрезентабельно смотрятся. А здесь именно просто взяли в руку и поняли, как бы, что это действительно качественный продукт, да. Также, как в A50, такие загнутые пассивные динамики. По мне это сказывается не только на внешнем виде, но и на звуке, то есть такой как будто слегка более басовый создается звук по сравнению с другими моделями, где плоские, например, пассивки, да. Вот. И очень удобное переключение, отдельно переключаются треки, отдельно переключается громкость, то есть можно менять. Это колонка стерео, то есть если врубить стереозапись, соединить их две по коннекту, то именно будут слышны как с двух разных наушников, с двух колонок, да. То есть разные дорожки играют на разных динамиках, например, на одной колонке. Или разные дорожки распределяются по двум колонкам, если они соединены две в паре. Ну, кто не понял, напишите в комментарии там. Друзья, пока не забыл. Самое главное, вот, не нужно думать, что, допустим, как JBL, то есть вы, например, купили, да, в любом магазине, и все будет идеально. Нет, здесь нужно про каждую колонку, да, про каждую модель
подробно еще мы рассказываем, кто к нам обращается. То есть есть нюансы по зарядке, например, да, там есть нюансы, как что настроить, например, если где есть радио, то очень часто это непонятно, как сделать, да, там, как правильно зарядить, вот как вообще в целом пользоваться, да, адекватно, чтобы подольше служило. То есть есть много моментов. Второе, самое главное, почему мы лично вот занимаемся, в принципе, вот и Hopstar, да, не потому что офигенный бренд, качественный, супер, нет. Например, бывает в некоторых партиях прям очень много брака, да, но у нас есть хороший поставщик по этим колонкам, да, вот, и, соответственно, если какие-то ситуации возникают, то он может, в принципе, поменять даже в течение года колонку, да, то есть мы даем такие самые лучшие условия на рынке, да, вот, естественно, если там внешнее, ну, подобающее, скажем так, состояние, поэтому не нужно покупать абы где колонки, да, то есть там на каких-то маркетплейсах, которые, в принципе, там не пойми кто чем торгуют, да, то есть люди, может быть, даже не знают, что это за товар, да, то есть вот мы каждую из этих колонок просто вот от низа до верха, не знаю, от попки до головы, да, вот так вот понюхаем, оближем, да, и расскажем, что как пользоваться, что как включить. Поэтому, если нужна именно колонка от Hopstar, то обращайтесь к нам, да, по ссылке в описании или на том сайте, где вы находитесь, где есть это видео, да. Вот обращайтесь к нам, пишите, звоните, и мы все подскажем, подробно расскажем, естественно. Кто в Москве, Подмосковье, приезжайте к нам в шоурум, лично познакомимся и включите сами несколько колонок, поставите, да, и останетесь довольны, я уверен. А теперь, естественно, к характеристикам. Bluetooth 5.0, ну, окей. 10 метров дистанция там до телефона, то есть, ну, через 10 метров отойдете, и там уже будет хуже, естественно, ловить, то есть, могут какие-то прерывания быть. Мощность, то есть, два динамика по 40 Вт, если брать предыдущую модель A50, там, значит, 50 плюс 15 плюс 15, тоже 80, но немножко другая, скажем так, архитектура колонки, да, другая суммарная мощность этих динамиков. То есть там есть типа басовые динамики, а здесь именно основные динамики, они побольше. И та очень хорошо играют, то есть нету, который уступает, не уступает. То есть вот люди спрашивают тоже, а какая колонка лучше, друг? Ну, поймите, вот 100 человек придет, вот один скажет, например, вот эта мне нравится, она лучшая, она просто потрясающая. Другой скажет, вот та лучше, мне та нравится, вот по таким-то параметрам. И люди очень убедительно будут это говорить и доносить свои мысли. Поэтому нет лучшей колонки. То есть в идеале вам надо слушать. Если дистанционно, но мы можем помочь вам. Плюс есть возможность отправить там в регионы, да, чтобы вы, скажем так, после проверки могли потратить деньги на эту колонку. Да, то есть после проверки. Вот, друзья. И никому не верьте, кто говорит, вот это лучшая колонка, да, нет такой, то есть, опять же, от задачи вашей зависит, да, от поставщика самое главное зависит, то есть, нельзя сказать, что вот эта колонка лучше, эта колонка конкретно от нашего поставщика для конкретных задач будет именно лучше, да, вот, ну так можно сказать. Ой, так, друзья, время работы 8 часов, но опять же, это не значит, что вам 8 часов оттарабанит, зависит от режима, там, от громкости, да, там, флешка, не флешка, подсветка есть, да, вот, то есть по зарядке, еще раз, мы подробно объясняем, как делать, чтобы было дольше. Ну, в целом, тут все основное сказал, аккумулятор 8800 матч, опять же, на это, не знаю, смотреть, не смотреть, все по-разному используют, опять же, емкость не так важна, важно, сколько держит заряд по факту, да, потому что, может быть, в каких-то колонках емкость больше, но держать меньше, так как там больше тратят, допустим, энергии. Так, друзья, как коннектить колонки, как отключить подсветку и еще раз по поводу эквалайзеров.
Значит, первое – Connect. Включаете две колонки, нажимаете на одной из них кнопку Connect однократно. Писк, ждете. Все, две колонки сконнектились, две будут играть одновременно. Сейчас покажу. То есть, видите, два пассивных динамика двигаются на двух колонках, то есть две колонки играют одновременно. Дальше. Подсветка. Как ее отключить? Вот, если нажимать один раз, меняются режимы. Если зажимать долгим нажатием, вот, подсветка отключается, то есть долгим нажатием. И теперь по поводу эквалайзера. Всего три режима эквалайзера. Меняется вот на эту кнопку Bass Boost. Можете называть эквалайзер, можете изменение баса и так далее. Кто как хочет, я называю эквалайзер. Один раз нажали, один раз пикнул первый режим. Два раза пикнуло второй режим, три раза пикнуло третий режим. Два раза второй режим. Третий. И первый. Опять второй. И третий опять. Ну, третий, естественно, более громкий. Басы уходят на второй план. Второй более басовый, прям глубина звука такая офигенная. И первый такой средний, то есть для там, большинства композиций на этом слушают. Но опять же, каждый режим... Каждый человек подбирает под свою музыку, то есть вам не нравится, допустим, на первом, слушайте на втором, никто не запрещает. Это все индивидуально. В общем, друзья, в целом подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, нажимайте на колокольчик, чтобы новые обзоры смотреть. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, задавайте там вопросы, заказывайте через нее в том числе. Вот, и приезжайте к нам в шоурум, вот так поставим разные колонки, разные модели, разные цвета, сами выберите по душе, по дизайну, то есть пощупайте в руках, послушайте на своей музыке. Заказывайте доставку по Москве, день в день отправим, курьер приехал, проверили, оплатили, соответственно. И заказывайте в регионы, все заранее проверим, комплектацию, чтобы внешне все классно было, звук послушаем, вам видео скинем. Вот, и после этого отправим, останетесь довольны. Вот, всем всего доброго, звоните, пишите, обращайтесь.